какой-то мере верх и низ вместе. А это тот был, который был в середине. И потом это было убрато вообще как звено ненадобности. Ты понимаешь, о чем это? Который вверх-вниз, это, ну, там тоже был Тор, верно? Спроси у него. Он говорит, что это едино, да, было, и он был одним целым. Тот, что вверх, и тот, что вниз. Это как-то из красно-черным, я так понимаю. Да, но потом было первое разрушение, потом я слился, спинами сидели, когда один позвоночник был на каком-то уровне. Вот она, буква Y. Да. Да. Одно начало, а потом разветвление. И вот это то, что положено в основу вируса. А он как посередине был, внутри. А он посередине, он пошел против Творца, получается, да. Центр, да. Почему он пошел против Творца? Это, получается, первый Тор самый, да? Не идет информация, как второй слышу, но я не уверена, что он правильно. Он сам не понимает, о чем. Пусть меня считает. Во мне есть информация о втором туре, о первом. Говорит второй. Второй. А что послужило причиной изменения с первого тура на второй? Говорит, такой же вирус. Такой же вирус. Вот в первый тур пусть опускается и смотрит, кто там с кем воевал. Не знаю, или какие растения, не понимаю. А растения откуда взялись? Вот обратно же. У него какая-то такая информация идет непонятная. Кто-то выше, кто-то ниже, потом наоборот. Потом еще как-то. После тебя считает информация. Да. Говорит, что вначале было два одинаковых. Потом, чтобы исключить цифру 2, стало 3. Это я не понимаю. Ну, день, ночь, вот они. Два человека. Начало. Причем без разделения даже функций. Все были и созидатели, и разрушители. Просто типа для баланса. Потом в каких моментах начал баланс, ну, не соблюдать, то есть спор, что был арбитр, ставит третий, типа творец. Вот она троица. И пусть посмотрит третий, а когда стал третий, это уже второй тур произошел. В первом туре было два или три? В первом было два. Отлично, вот он в Потом чем. стало три. Вирус был в первом туре? Изначально нет. Потом почему появился? Они были равноедины. Одинаковы. Два абсолютно одинаковые. Должно быть вот так. Они были вот так, а нужно вот так.
так не будет баланса, будет вот так перекачиваться, скажи ему это. Поэтому вот лучше так. Это был поиск оптимального. Наверное. Посмотри, скажи ему, если будет так, что будет происходить? Развития нет, если точка застыла, он говорит. Это я о том же. Может, какая-то структура будет, но она будет. А нет развития, нет обмена, и все. Жизни нет. Это смерть рано или поздно. Поэтому лучше так. А вирус откуда появился? Не понимаю, говорит, как в этой точке и вспыхнул. Дошли до какой-то точки, что стал вирус. Как шли, а потом раз и пропасть или смерть, что-то, и в этом вирус. Не понимаю я его, Илья, а вот вообще не кто понимаю. сделал? Он говорит, что сам возник. Говорит, одна какая-то, как заложена была, как одна миллиардная частица или возможность что-то. И она рано или поздно возникнет и возникла. Как способ устранения некого разногласия, да. Устранение той структуры, которая. Как искра, вот два камня, раз, искра. Это способ устранения того, что мешает. И вот эта искра и послужила началом вируса какого-то. Она пошла в обе стороны потом. Как огонь. Ну, опыт. Зато сейчас мы живем в третьем торе. Нужно убрать возможность распространения огня на живые структуры, только на те, что мешают, на те, что... Я понял. Антивирус создать некий. Пену. Хорошо, что ты понимаешь. И нифига из того, что он рассказывал, не поняла. Ну и не надо. Да мне-то оно зачем? Ты понял что-то, и это главное. Несколько миллиардов раз оно не возникло, огонь, а вот есть был шанс в определенной ситуации, когда, да, как устойчивая структура, вирус начал копироваться. Он постепенно проникли все оба им, и начал перестраиваться сознание. И лопнуло все. Потом началось заново. Перезагрузка. Второй тор, где вот два начала, появился третий, а эти два типа вот тоже единое целое. Ну, три единства вверху и два по сторонам смотрят. И как бы один стержень. Но этот вирус начал по-прежнему действовать, и вот, которое разрушающее начало более его сконцентрировало, и он начал. И вот у меня боли в позвоночнике. Вот я потом еле вырвался. И при разрушении структуры три единства пошла перезагрузка. В следующем торе эта структура осталась, но был творец, был красно-черный и бело-синий, то бишь я. И вот, но в красно-черном остался этот вирус. Никто его не запускал. Он просто был в коде даже дерева Тора. Древо Тора, оно... Ну, зато сейчас убираем. Этот старый вирус. Вот оно откуда. Никто, по сути, не виноват. Просто те цивилизации, которые выходили на квантовый уровень, на взаимодействие с квантовым уровнем, из этого квантового уровня брали уже расчет структуры, и уже с этим вирусом все было. А у меня уже был антивирус. То есть я уже понимал это. Уже его не принимал. Ты же уже вырвался. И тогда выжил, потому что ему запрет поставил.
Вот это твой антипиретирин. Поэтому и собачка выжила, поэтому и пантерки смог дать антивирус просто своим вниманием, своей энергией разрушаю. Поэтому квантовые компы разрушаю и пробуждаю. То есть даю вот антивирус, перекодирую их в код мышления, они как просыпаются. Но это больно иногда. Очень. Океаны боли. Ну ладно. Мы выдержим. Сейчас щелчок Таноса произошел и пошел перерасчет. Ждем. Но вирус сопротивляется. Давай посмотрим, где.